оцениваете сегодняшний матч? Нормально. А как вы оцениваете? Ну, обычно журналисты дают оценку. Тренер просто анализирует. Понимаете? Нормально. Я лично, Николаевич, погода повлияла на качество игры, как считаете? Ну, я думаю, что повлияла. Почему? Потому что, как вам объяснить, игра на синтетическом медленном поле – это не совсем игра на земле. Это совсем разная игра, разная психология, разная, ну, скажем так, все разное. Ну, как я когда-то назвал, говорю, синтетический футбол. Вот он сегодня был, в принципе, на синтетический похож. Поэтому весенний синтетический футбол. Спасибо. Еще вопросы? Во втором тайме так вот, ну, видно, что поджали соперника вот к воротам. Это вот почему не удалось забить вот чего-то последнего, чего не хватило? Ну, поджали — это ж не значит, что ты, скажем так, забиваешь. Поэтому ты контролируешь мяч, но соперник плотно сел и все время перекрывал зоны. Знаете, так хорошо перекрывал, надо отдать должное зону. Хотя мы немножко торопились. Хотя с поиском этих зон, поэтому так. И как бы немножко давление такое, то, которое мы оказывали, ну, скажем, в центре поля, значит, вот за штрафной не воплотилось с давлением. Еще есть такое понятие — давление в штрафной. Понимаете? Давление в штрафной, ну, как бы это нам не получилось сделать. Спасибо. Еще вопросы? Все, спасибо. Все, спасибо.